Здесь как бы палка о двух концах, она сразу, это все сразу начинает развиваться одновременно, потому что вообще это чакра самовыражения, то есть мы связаны с миром через голос, мы общаемся через голос с этим миром, да? Мы воспринимаем мир глазами, но когда мы хотим себя как-то обозначить, да? То есть сказать нашу мысль, наши чувства, выразить. И творчество, оно тоже связано, недаром вот это вот в индийской мифологии, вот эта чакра, Вишудхана называется, да, она у нас отвечает за самовыражение, за творческую энергию. И если у вас зажато здесь, а это связано с какими-то определенными мышцами, это потому что вам когда-то в детстве говорили, не кричи, тише, там, девочка да, должна было. Быть такая, ну это просто такое общее место, да. Вот. Я вообще говорю, наверное, интересно для всех это услышать. Вот. На самом деле, то есть, когда мы зажимаем, когда мы открываем, мы учимся, у нас и эмоции становятся более как бы выраженные, они более открытые становятся. Да? Мы становимся более творческий поток открывается. Поэтому голос как-то связан напрямую с творческим.